Повесть «Маленький принц» была опубликована в 1943 году, но первая полнометражная экранизация по этой книге была сделана совсем недавно и вышла на экраны в 2015 году. На днях я посмотрел эту анимацию, и, на мой взгляд, режиссеры и сценаристы не подвели уж точно Антуана де Сент-Экзюпери. Мультик получился очень атмосферным и философским. А еще в нем невероятно красивая музыка, поверьте. Сегодня у нас за саундтрек к программе отвечает акустическая группа ProYou. Всех любителей хорошей музыки ребята приглашают на свой весенний концерт 24 апреля, воскресенье, в арт-кафе «Республика» к 17:00. А сегодня музыканты завершат наш сказочный эфир своей песней «Вот и лето пора». Ну а мы, Антон Болбат и Наталья Змага, на этом с вами прощаемся. Не забывайте, самое главное – то, чего не увидишь глазами. Если вас что-то не устраивает в жизни, возьмите себе за правило каждый день хотя бы по несколько минут думать, а что для меня важнее всего. Это поможет найти правильную дорогу. Пока! А мы пойдем своей дорогой. Пусть дорога, мой друг, мне песню подарит.